Меня зовут Алексей Кузнецов. Я приветствую всех. Как обычно, краткий обзор ситуации на финансовых рынках. И у меня к вам традиционная просьба поставить плюсы в чате, если все хорошо со звуком и с видео, чтобы я смог спокойно начать. Что ж, скажу пока, жду ваши плюсы, что на сегодняшний день запланировано достаточно большое событие такого фундаментального характера. Да, это выступление... оглашение результатов заседания Банка Англии. Это будет в 14 часов, в 14:30 будет выступать глава Банка Англии. Ожидается, что Банк Англии снизит процентные ставки. И ожидается, что в общем-то, это может привести к продолжению падения британского фунта в целом. Поэтому нужно быть очень внимательными, смотреть за тем, что происходит, для того, чтобы на это среагировать, если что. С другой стороны, завтра будут... данные по рынку труда США, традиционно являющиеся достаточно сильными факторами, влияющими на рынок. И несмотря даже на то, что, казалось бы, Федеральный резерв на данный момент избежал каких бы то ни было комментариев по дальнейшей своей денежной политике, и уже мало кому может представиться, что Федрезерв будет в этом году повышать процентную ставку хотя бы раз, но, тем не менее, вот эти данные в какой-то мере могут опять спровоцировать какой-то эмоциональный такой вот спекулятивный всплеск и привести к тем или иным движениям. Хотя как будто бы все понятно, но все-таки. Я так думаю, что все-таки основные события сейчас, которые будут двигать рынками, будут сконцентрированы вокруг событий в Евросоюзе. Потому что это такая сейчас горячая точка мира, политическая и экономическая. Ну и здесь будут разворачиваться все основные баталии. И вокруг этого будет крутиться вся спекуляция, естественно. Поэтому тоже за этим надо внимательно следить. А что еще такого хочу сказать? Ну, в общем-то, еще хотел сделать небольшое объявление. В субботу, послезавтра, у нас в Нижнем Новгороде состоится бизнес-марафон. Очень интересный бизнес-марафон с рассказом о торговых технологиях. Конкретных будет выступать Тулеген Урзалиев, буду выступать я и будет наша уже ставшая популярной аналитика Анна Козырева. Те, кто живет в области Нижегородской и в Нижнем Новгороде, можете принять в этом участие и стать участниками. На страничке филиала вы найдете всю информацию. Ну что ж, спасибо вам за ваши плюсы. Я тогда перехожу к самому семинару. Так, к рабочему столу. Итак, на паре еврофунт. Нет, Денис, он не будет нигде выложен, потому что он не будет сниматься. Это очное мероприятие. Он не будет транслироваться, и он, соответственно, не будет записываться. Поэтому выложиться он не сможет. Это только для местного региона. Итак, в паре еврофунт мы видим, что вчерашнее движение, такое, кстати, достаточно движение было, в общем, неплохое, хотя и не сказать, что большое и мощное, но тем не менее цена все-таки, мы видим, сползла вниз, она пробила аллигатор, как я говорил, пробила вот самую последнюю вот линию поддержки, видите, и ушла вниз. Сейчас вот это все можно... скажем, мы видим здесь восходящий канал, имеющий достаточно четкие границы, да, и в рамках этого канала цена уже, в принципе, вышла вниз, мы видим, вышла вниз, но вот сейчас перед заседанием, значит, и оглашением данных Банка Англии пока наблюдается затишье. Что здесь будет, пока сказать сложно. Может, скажем, это пробитие, оно было очень такое какое-то, ну, как сказать, неочевидные, потому что, во-первых, это произошло в 0 часов. Я всегда вот на такие вот выходы за трендовые линии и за уровни ориентируюсь очень-очень так настороженно. И вот для меня пробитие состоится только если очередная свеча, вот дневная, закроется под уровнем или под линией. Тогда да, тогда согласен. Но вот если действительно процентные ставки снизить в Британии, может быть отскок дальше вверх, и это пробитие в итоге окажется ложным. Поэтому... следим внимательно за событием. Мы видим, что, кстати, вот он. Видите уровень? Давайте его все-таки нарисую. Такой важный уровень. Линия-то пробита, а уровень-то не пробит. И уровень этот многократно, видите, повторялся. Поэтому для меня как бы, это хороший такой важный ориентир.
Только его пробитие может послужить ориентиром для дальнейшего входа в сделку. А сейчас пока об этом говорить достаточно рано еще будет. Вот. Поэтому я вот здесь вижу развитие событий в любую сторону. Вниз при пробитии уровня 0.8348. Вот. Ну и, соответственно, вверх только после выхода за аллигатор. Больше никак. И вот за этот вот уровень. Вот видите, вот этот вот уровень. Потому что, в принципе, у нас пока еще мы видим вот такое вот восходящее движение. Ну, вот так вот я грубо так расчерчу его, да. Вот. Видите, оно есть, еще вверх запросто может цена пойти. Ничего ей не мешает. Вот. Так что давайте смотреть, что будет на заседании Банка Англии. Еврофранк я вообще пропускаю, потому что там нечего сейчас смотреть даже. Вот евро-доллар очень забавно. Сначала полз вверх, так агрессивно достаточно, вот начиная там с позавчерашнего вечера. И вот прям смотрите, падает, 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 без коррекции, без всего, плоская коррекция была. И вот здесь в 15-минутном формате, вот видите, такая вот интересная была структурка. Вот я в 30-минутном формате на нее смотрел, в общем-то. Видите, была такая зона консолидации, цена вышла из нее, ну вот видите, фактически вот здесь вышла. Отработал-то ее фактически одной свечой. И, ну, здесь, честно, здесь некуда было входить. Она всего 11 пунктов, эта зона. Я просто показываю, что она была, эта коррекция. И, ну, такая ее коррекция даже трудно назвать. 15-минутный формат. Ну, что тут ловить? Тут ловить-то, по сути дела, нечего сейчас. Видите, движение, как мы видим, ускоряется. Вот трендовую линию провел. Еще одну можно провести, чтобы показать, что, видите, движение каждый раз ускоряется. И, в общем, ну, бывает такое с летними движениями, потому что, видите, коррекций нет никаких. И входить в такие вот. Вот я даже не знаю, куда здесь входить. В общем-то, когда вот пошло это движение вниз, я думал, ну хорошо, вот отсюда будет хоть какая-нибудь коррекция. Видите, попыталась, но не получилось, да? Ну хорошо, отсюда будет коррекция. Цена не дошла, потом, смотрите, пробила, вернулась к этому вот уровню. И сейчас пошла вот вниз. То есть все как-то движение очень-очень неочевидное. И, скажем, работать в них практически нет никакой вот адекватной возможности, потому что, ну, в любой момент они могут обмануть. Какого-то такого вот четкого движения, такого классического движения, которое иногда наблюдается, которое дает нам хорошую, такую достоверную информацию о том, куда будет в дальнейшем движение направлено, здесь такого не было. Поэтому для меня пока здесь есть ожидания, и если будет какое-то перестроение графика, ну, допустим, как-то так. Ну, тут можно будет сработать по пробитию уровня, либо по отскоку от уровня Фибоначчи по отношению к этой волне. Но может быть и движение вверх, и с продолжением восходящего движения дальше. Может быть и так. Сейчас, вот почему я говорю может, потому что, ну, сейчас пока, ну, реально ничего нет. Вот двойной канал вверх от нисходящего. Может, может. Но вот здесь уже как-то вот эта вот волна, вот видите, здесь уже поглощение в четырех, в дневном формате, вернее, образовалось. Образовалась, видите, длинная волна в четырехчасовом формате, вот в часовом формате, видите, тут, не знаю даже, как это назвать, тенденция, не тенденция, но вот что-то, по крайней мере, есть такое. Видите, уже ниже предыдущего уровня все опустилось и продолжает падать. Поэтому насчет дальнейшего вот этого вот двойного канала вверх от нисходящего я уже как-то начал потихонечку сомневаться. Кроме того, вот этот канал, он возник после вот такой волны и в контексте вот этого вот треугольника большого, который мы с вами смотрели. И у треугольника цель-то ведь не отработала. Поэтому я нисколько не удивлюсь, если будет движение вниз продолжено и все-таки цена дойдет до 1.0858, вот сюда вот. В общем, для меня сейчас пока, я буду наблюдать за тем, какая будет структура данного движения. Пока структуры нет, я ничего здесь сказать не могу. Индекс доллара попытался выйти, видите, за уровень, но в итоге, видите, вчерашний день утащил индекс вверх и опять вроде как начинает, ну, продолжается восходящее движение. Что здесь будет? Сейчас пока сказать сложно, потому что, с одной стороны, свечу поглощения мы имеем. Ну и здесь, видите, свеча поглощения была. Ничего особенного не произошло после этого. Могу сказать только одно, что здесь пока в любом случае у нас есть вот такая вот линия поддержки.
только пробитие этой линии может, ну, дать информацию о том, что будет продолжение снижения. А пока мы с вами видим, что все-таки, ну, давайте будем внимательно смотреть на это, да, то есть, да, сигнал вниз, как будто бы уровень пробит, но мы видим, что до того, как пробит был этот уровень, цена, видите, один раз попыталась преодолеть линию сопротивления, второй раз все-таки вышла даже за нее и пробила. Поэтому я все-таки считаю, что движение вверх здесь не закончилось, и все-таки вот этот уровень, скорее всего, будет достигнут, 99 ровно. Несмотря на то, что вот треугольник здесь сломался, и флаг сломался. Надо смотреть за тем, что будет дальше. То есть я все-таки жду роста, может быть, не такого агрессивного, но все-таки американский доллар выглядит сейчас достаточно неплохо в сравнении с другими проблемными зонами. Доллар, швейцарский франк, так же как и евро-доллар, продолжает восходящее движение. Да? Здесь я думал, что вчера будет, может быть, треугольник. Этот треугольник в итоге не сложился, треугольник не сросся. То есть просто он даже не образовался. Он и не ломался, но он даже и не образовался. Цена пока ушла вверх. Но пока, как видим, видите, формируется дивергенция, что тоже пока не особо не сообщает о том, что тут доллар будет активно расти. Скорее всего, здесь так же, как и на многих валютных инструментах, здесь также будет какой-то боковой диапазон. Вот без каких-то без каких-то направленных движений. То есть вот просто пока цена гуляет в широком диапазоне, а структуры вот такой, которая дала бы там какую-то информацию, структуры пока нет. Британский фунт. Вот тут интересно складывается все. Мы видим, что с одной стороны у нас есть вот зона консолидации, да, вот зона консолидации, вот, которая пока, я говорил, что ее торговать только вниз можно, вверх ее торговать нежелательно по многим причинам. С другой стороны у нас, видите, есть линии поддержки, до которой сейчас цена тут может дойти. У нас есть еще вот такая вот зона консолидации здесь, она же треугольник. И цена, видите, находится 1, 2, 3, 4. И вот образовался внутри этой зоны консолидации еще и треугольник. Он вроде пробился вниз, пробился, но пробитие было, во-первых, в неурочное время. Такое вот, ну как сказать. Не, ну время-то, в общем, было неплохое здесь, но я не это хотел сказать. Там неурочное время пробилась другая пара, я вам говорил. А здесь свеча, который пробил треугольник, она, видите, какая была интересная. Обращаю ваше внимание, минимум ниже минимума предыдущего, а максимум выше предыдущего. То есть она такая была, такая вот свеча. Я такие за пробоины не принимаю. И видите, хвост направлен вверх. И выше, видите, предыдущего максимума даже. И выше цены открытия. Вот это всегда очень большой такой разворотная свечная модель фактически образовалась на пробитии. Вот ложный пробой. Это очень интересный момент, когда вот такой свечой происходит пробитие, разворотной свечой. Я на это не реагирую, как бы там ни было. И вот в этой связи может быть все что угодно. Вот если теперь я буду реагировать на этот треугольник только при пробитии уровня поддержки 1.3279, то есть вот минимум вот этой свечи. Если он пробьется, да, все, тогда мы полетели отрабатывать треугольник вот куда-то в район там 1.3207. Если это не пробьется, то я пока на это не реагирую. Считаю это точкой, еще одной точкой треугольника, если будет пробитие вверх. Ну, тут как-то вот можно немножко до этих уровней попробовать сторговать. Хотя вот в свете того, что сейчас может быть объявлено по заседанию Банка Англии, тут может быть все что угодно. Ждут сейчас снижение процентных ставок и, в принципе, по результатом голосования по опросам вроде как будто бы это должно произойти. Вот, давно уже тут думали, как повышать, не повышать, понижать, не понижать. Вот сегодня как раз момент истины настанет. Но вот если при прогнозе на снижение процентных ставок ставку не снизят, то такой рывок достаточно серьезный сюда может быть. Прямо в район 1.3465 может быть рывок. Не удивлюсь нисколько. Поэтому тогда уже я буду реагировать на пробитие вот этого вот уровня. Уровня сопротивления 1.3365. Потому что по большому счету вот эта зона консолидации у нас есть.
маленькая зона консолидации есть. И если и та, и другая будет пробита вверх, ну, значит, у нас цель здесь очень понятна, и тогда будет торговать вот вверх. Вот единственный случай, когда торговать можно будет вверх. Вот, по итогам уже вот этого заседания. Доллар, японская иена. Здесь было такое нечто похожее на треугольник. Вот я показал, что один был треугольник, пробился, второй треугольник. Ведь вниз он не пробился, данный треугольник. Пробился вверх. Поэтому, смотрите, в 15-минутном формате сейчас пока цена откатывает. Но здесь вот после вот этого отката, это тоже произошло все в 8 часов утра. Такое время не очень подходящее для пробоев. Вот. Поэтому сейчас я буду реагировать только вверх, если в плане покупки, только на пробитие уровня 101.54, вот, в 15-минутном формате. Если это произойдет, все, тогда я могу входить на укрепление американского доллара вот сюда, вот к этой, к трендовой линии. Цена может пойти. Если этого не произойдет и произойдет движение вниз, значит, тогда, скорее всего, это движение нисходящее продолжится и продолжит отрабатывать вот этот вот канал до уровня 135, вот куда-то в этот район. Мне все-таки думается, что этот уровень еще не отработал, он запросто может отработать. Все, что происходит сейчас, очень, прям, как видите, напоминает коррекционное движение. Видите, движение вниз, коррекция, движение вниз, опять такая плоская коррекция. И нисколько не удивлюсь, и даже скорее всего, что цена пойдет вниз. Австралийский доллар пока находится внутри восходящего треугольника, пока ничто никуда не пробилось, и я пока здесь прогнозов тоже не делаю до выхода из данной структуры. Как выйдет, так можно будет о чем-то говорить. Новозеландский доллар. Вот здесь тоже его можно смотреть только в крупном формате. Что здесь будет, если австралиец, видите, в крупном формате, здесь восходящий треугольник пытается образовать, то в новозеландском долларе может быть вот это либо при движении вниз будет либо голова-плечи, либо это можно принять тоже как треугольник, вот такой вот треугольник. Что по сути, ну как бы здесь большого значения не имеет. Вот, видите, треугольник может быть при движении вниз. Но пока мы ни вверх, ни вниз не видим, все происходит около каких-то вот этих уровней. Здесь есть зона консолидации, пробитие которой вверх или вниз обозначит там возможность движения на 330 пунктов практически в ту или иную сторону. Поэтому давайте смотреть за событиями, как все здесь происходить будет. В часе мы пока видим, что вот этот расширяющийся треугольник, он пока еще, видите, никуда не пошел. Его, в принципе, можно тоже убрать. Что-то все тут застопорилось. Что-то все застопорилось. Так. А, я час смотрел, да? Да. Смотрел час. Я думаю, что если цена пойдет вниз, то при пробитии уровня 0.7140 вниз вполне можно будет торговать вот эту структуру. То есть, по крайней мере, пунктов на 45-50 вниз туда должна сходить. Вот. Больше пока я здесь не вижу ничего такого, что могло бы, ну, как-то хоть прояснить ситуацию. Давайте попробуем линию построить. Даст это нам что-то? Нет, ничего не даст. Ну и ладно. Ну и ладно. В общем, пока здесь, если будет движение вверх, можно будет построить вот такой вот канал. И торговать его, когда будет пробита линия сопротивления, вот эта вот верхняя граница канала, можем отстроить двойной канал вверх от восходящего. И вот работать по нему, когда это произойдет. Пока не произошло, ничего сказать не могу. Если он дойдет до верхней границы и уйдет вниз, тогда, значит, будет либо треугольник вот с этим вот уровнем, да, либо будет двойной канал вниз от восходящего. Если резко пойдет вверх и пробьет вот эту линию, верхнюю границу канала, значит, будет двойной канал вверх от восходящего. Либо двойной вверх, либо двойной вниз. Ну вот будем смотреть, как события разворачиваются. Сейчас пока тоже ясности нет.
Доллар, канадский доллар совсем что-то застрял в боковом диапазоне, никуда не двигается и ничего пока здесь нету. Но тоже, так судя по структуре, может образоваться там что-то типа такого треугольника, что ли. Видите, треугольник на треугольнике и треугольником погоняет. То есть, если все пойдет вверх, вот вам, пожалуйста, треугольник сейчас будет. И при пробитии вот этого вот уровня сопротивления тоже можно будет... Так. При пробитии уровня сопротивления вот по данному треугольнику можно будет торговать уже вверх. Но пока этого не произошло, ничего, я думаю, здесь сказать путного пока еще и нельзя. Нефть марки Brent, полностью отработав всю цель по треугольнику, отработав двойной канал, остановилась и пока замерла тут на важном уровне. А почему важный уровень? Вот смотрите. Видите, здесь он, этот уровень, вот он. Видите, как долго? Вот здесь он возник, здесь повторялся, здесь повторялся. Вот видите, опять цена к нему пришла. Коли пришла она к нему, надо смотреть за тем, как разворачиваются события. Но вот если сейчас цена где-то от какого-то уровня Фибоначчи здесь оттолкнется и пойдет вверх, видите, тут уже вот эта предыдущая вершинка, вот она, была вот этой перебита. А значит, движение вверх, ну, как говорится, зеленый свет. Потому что... Ну, запросто такое может быть, учитывая вот эту ситуацию. Вот. Но, однако, если цена пробьется вниз и будет будет стремиться вниз, ну, тогда вот пока еще не знаю, может быть, дойдет до уровня 40 долларов за баррель. Сейчас 42.55, извиняюсь, 41.82 это уровень у меня. Вот преодоление уровня 41.82 будет являться принципиальным в плане, пойдет цена дальше вниз или нет. Так, канал я убираю, потому что они уже свое изжили и отработали. Сейчас я думаю, что нужно... Эх, смотрите, как интересно. Я тут... Это дело сразу не заметил. Здесь же был неудавшийся размах по нефти. Что-то я тоже вот канал. Вот интересно, сколько раз за собой тоже замечал, когда есть какая-то построенная структура, глазами как-то эмоционально привязываешься к ней и перестаешь за этим видеть что-то другое. Это, конечно, не помешало здесь, но тем не менее, смотрите, вот он, типичный неудавшийся размах. Такое вот движение немножко корявенькое, потом коррекция не очень глубокая. Потом обратная глубокая коррекция, пробитие линии с достижения вот этого вот уровня, отскок и повторное пробитие вот на эту вот высоту, отлетели вниз на 60 пунктов. Вот смотрите. Не 60 поменьше, сейчас я скажу, сколько пунктов здесь. Да, 64. Вот отсюда от последнего касания. Вот 74 даже пункта. Вот, то есть вот полностью отработал такой своеобразный такой размах, но вот он, да, тут было. Так, только сейчас увидел, когда канал убрал и увидел структуру уже более такую свежую. Итак, треугольник здесь тоже отработал, уровень важный достигнут. Как здесь будет складываться, нужно смотреть. В любом случае я вижу, что от важного уровня был отскок сильный, видите, вверх. Был пробит предыдущий уровень сопротивления. Видите, цена сейчас его преодолела и идет вниз, но очень большая вероятность движения вверх. Золото. Ну что по золоту можно сказать? По золоту продолжается восходящая тенденция. Пока она не собирается никуда останавливаться. Вот. Цель пока не достигнута по этой тенденции, но эта тенденция долгоиграющая, скорее всего, она просто будет двигаться в будущее. Здесь возникла
ну, как бы структуры не было, было что-то типа расширяющегося треугольника, но, правда, цена не с той стороны подошла, чтобы говорить о том, что это треугольник. Вот. Такая формация была. Ну вот в этой связи мы видим, что ведь цена ушла вниз, практически дошла до уровня поддержки и опять пытается двигаться вверх. Так что я думаю, что до границы двойного канала вверх от нисходящего, от этого, золото все-таки в ближайшее время дойдет. Много очень неопределенности, много напряжение, и в силу этих причин драгметаллы всегда традиционно находятся в цене. Рубль по-прежнему, смотрите, никуда пробиться не может. Опять ушел в диапазон, опять ушел в боковик. Треугольник он есть, но он пока еще не включился. И вот нужно ждать уже более какого-то очевидного включения данного треугольника. Либо вверх, либо вниз. Вот тогда будет информация о том, куда же все-таки рубль двинулся. В дневном формате, тем не менее, мы видим, что цена ушла в двойной канал вверх от нисходящего. Вот, и очень может быть, что будет двигаться дальше вверх к уровням 70, а может даже 71 рубль за доллар. Юань стоит на месте несколько дней, ничего с ним не происходит. Ну и в общем практически все. Если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. В принципе, обзор я закончил. Сейчас давайте подождем 14 часов и данных с этих из Великобритании. И я думаю, тут движение какое-то начнется. Потому что все-таки очень давно они не понижали ставки процентные. И тут, значит, вынудила их ситуация это сделать. В экономике там все достаточно плохо. И из-за этого вот эти стимулирующие меры, они, конечно, принимаются, и это ослабит значительно британскую валюту, если это произойдет. Так что наблюдаем из первого ряда, а может быть даже и участвуем. Вот. Если все нормально, значит, тогда, я думаю, вопросов больше нет. Ага, хорошо, спасибо, спасибо, Юрий. Я свой обзор выложу через 15 минут на канале YouTube, через полчаса будет мастер-класс, на который попадают только те, кто заранее зарегистрировались. А вечером будет занятие у меня сегодня по тестированию торговых систем из разряда цикла для более опытных трейдеров. На следующей неделе в отпуск я не ухожу. У меня будет все в штатном режиме, будет базовый курс и так далее. Ну и в субботу, еще раз напоминаю всем, будет бизнес-марафон с участием Тулигена Урзалиева, меня и Анны Козыревой. В Нижнем Новгороде, в торгово-промышленной палате. Всех благ вам, до свидания. С вами был Алексей Кузнецов.